Здравствуйте, с вами Наталья Некрасова, и сейчас мы с вами свяжем узор горизонтальную косичку, или можно сказать по-другому колосок. Колосок можно вязать разным сечением, вот я буду вязать по 3 петли, то есть по 6, но делится на 3, поэтому мне нужно количество петель, которое бы делилось на 3, я беру 30. Если вы будете вязать колосок по 4 или по 8, смотрите, чтобы количество петель было кратно тому, какой рисунок вы выберете. Но вы сейчас поймете, когда мы начнем вязать. Итак, чем плотнее у меня будет колосок, тем короче я должна делать перемычки. У меня 3 на 3, я буду вязать по 8 рядов. Начинаю с того, что провязываю на 6 иглах 8 рядов. Могу 10 рядов для этого. Я ставлю в переднее нерабочее положение все мои иглы, кроме рабочих 6, на которых я и начну вязать. И провязываю я свои 8 или 10 рядов. Если я хочу косичку попышнее, подлиннее, то буду делать 10 рядов. Если у меня попроще и покороче, то 8 рядов. Будем пытаться 10. Но учтите, что при провязывании косички нельзя обвивать стоящие рядом иглы. И не каждая машина радостно провяжет 10 рядов вот в таком варианте. Поэтому смотрите по тому, как возьмет ваша машина. Не будет ли она возмущена таким вязанием. Она может сбрасывать петли и не провязывать их. Поэтому тут надо внимательно. Итак, я оставила в работе 6 петель, провязываю 10 рядов, не обвивая соседнюю иголочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Провязала 10 рядов. Теперь половину ставлю в переднее нерабочее положение. У меня осталось 3 иголочки. Добавляю 3 иголки от основного полотна. Нить никуда не денется, придется делать вот такую вот протяжку. Но ее сзади будет не видно, она мешать не будет. Провязываю теперь на этих 6 иглах свои 10 рядов. Не обвивая соседние иголочки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 3 иглы в переднее нерабочее положение, следующие 3 иглы ставлю в работу. Игла. Нить от предыдущих 3 игл идет как протяжка. Провязываю на этих 6 иглах. Таким вот образом, провязывая каждый раз по 10 рядов, по 3 иглы ставлю в работу и убираю, я веду до конца вязания. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Видите, уже не хочет, уже может пропускать. 8, 9, 10. 3 иглы в переднее нерабочее положение, 3 иглы в работу. Вот так вот доходим до конца. Понятно, почему мне нужно количество игл кратное 3. Если я буду вязать косичку по 4 иглы, кратное 4. Если по 2, кратное 2. Четное просто число. Вот косичка может быть любого сечения. Главное выбрать вот это вот количество, кратное тому, что мы имеем. Либо мы имеем уже какое-то полотно, и исходя из того, сколько у нас там игл в работе, мы уже выбираем себе размер косички. Длина вот этих 10 рядов, 8, 7, как вам удобно, тоже смотрите по рисунку. Потому что чем больше мы провязываем, тем пышнее наша коса получится. Доходим до конца и останавливаемся. Я провязала последние не 10, а 9 рядов, чтобы мне рабочая нить осталась в конце. Мне не пришлось ее протягивать с той стороны. Вот получается вот такие вот перекошенные у меня рядочки. Теперь, если я начну вязать эту косичку в обратном порядке, вот здесь получатся огромные дыры. Вот вам видно, наверное, у меня даже палец вылезает.
Они могут подойти для вязания ремешка или для чего-то еще, но нам, поскольку эти дырки не нужны, мы сейчас провяжем пару рядов рабочей нитью на всех-всех иглах, чтобы закрепить эту косичку, чтобы она у нас никуда не делась. Я провязываю 2 ряда. И начинаю вот это же все делать в обратном порядке. 6 рядов отсюда. И пошли в ту сторону, в противоположную, чтобы у меня и вот эти вот косички заплелись в обратную сторону. Я шла справа налево, теперь еду слева направо. Делаю все то же самое. Провязываю 6 рядов. 6 игл я беру с левой стороны, провязываю 10 рядов рабочей нитью. И потом вот по 3 иголочки ухожу в правую сторону. 6. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже не нравится ей такое количество. Так, 8, 9, 10. Убираю 3 иглы в переднее нерабочее положение. Достаю следующие 3 и провязываю 10 рядов. Таким образом я двигаюсь в правую сторону до конца вязания. Довязав до конца, вводим в работу все иглы и вяжем дальше. Это вид нашего колоска с изнанки. Видите, вот эти вот дырочки, вот эти 2 ряда мы провязали единым полотном. Если не провязывать общие 2 ряда, вот здесь будут огромные вот такие вот эти дырки, которые можно пустить по поясу и протягивать в них ремешок, например. Так, маленькие аккуратные дырочки. Когда мы все перевернем на другую сторону, вот это все закроется, этих дырочек будет совершенно не видно. Сейчас мы провязываем несколько рабочих рядов и посмотрим, что у нас в итоге получается. Можно делать косичку двухцветную, то есть вот эти вот сами колоски увязывать отделочным цветом, это тоже очень красиво. Можно делать другое сечение этих колосков, погуще, посвободнее, все очень красиво. Можно делать другой плотностью, можно делать другой фактурой ниток, это оформление абсолютно любое, это все будет очень украшать и очень необычно смотрится. Можно пустить такую косичку по рукаву, по подолу изделия. Ну, насчет подола не знаю, конечно, но по рукаву полочки отделать просто замечательно. Фантазия безгранична, как я уже не устаю говорить, на каждом своем изделии. Все зависит только от нас. Косичка замечательная. Смотрите, что у нас получается. Первый образец, который мы вязали. Здесь у нас 6 петель на 10 рядов получается. Второй образец у нас получается 8 петель на 8 рядов. Вот так выглядит косичка в таком варианте. Шире, как бы плод, больше количество петель, она получается более широкая и более короткая, потому что 8 рядов. Она получается такая более как-то упитанная косичка, скажем так. Эта косичка у нас идет 4 петли на 6 рядов. Видите? Малое количество рядов, малое количество петель. А последняя, совсем вот как ажурчики, у меня получилось по 2 петли я делала и 4 ряда. Получилось вот такое что-то совсем непонятное и очень интересное. Вот такими вещами можно спокойно отделывать рукава, делать вставки в любом изделии. Совершенно необычно смотрится. Это как маленькие буфики такие. Надеюсь, что вам этот рисунок понравится и пригодится в дальнейшей вашей работе. Потому что он и правда очень интересный, необычный и необычный. И более того, такая вот прекрасная отделка не так часто применяется в изделиях. Хотя, в принципе, она достаточно симпатична, просто не все о ней знают. А вы теперь знаете.
Надеюсь, что она вам пригодится в дальнейшем и воспользуйтесь в своих изделиях, создавая какой-нибудь невероятный шедевр.